В Актобе создано 38 территориальных общественных советов. Сегодня аким города Асхат Шахаров провел встречу с председателями советов по районам Алматы и Астана. В каждой территории имеется группа, которую возглавляют активные жители. Они будут следить за санитарной очисткой и решением других повседневных вопросов на своем участке. Активисты кругов отметили, что, к сожалению, часто жители выбрасывают мусор в общественных местах. По их мнению, необходимо усилить контроль со стороны полиции. На посту председателя вижу работу в том, чтобы не просто передавать проблемы исполнительной власти, акимату, а помогать их решать, консультировать и предлагать решения. Важным моментом для себя считаю контроль, общественный контроль подрядных организаций, потому что считаю, что это довольно важный аспект для эффективных решений всех проблем во всех районах, в принципе. И надеюсь на то, что полномочия председателя помогут. Аким города отметил, что все предложения будут приняты к сведению и призвал к совместной работе. Мы мобилизуем все госорганы, которые имеют отношение, которые могут оказать содействие в быстром решении. В основном это представители департамента полиции, это участкового инспектора, тут же представители СС, других госорганов, они будут оперативно решать эти вопросы. То есть те проблемы, которые есть, мы должны направлять туда по функциональным обязанностям через председателя, а он будет нам всегда их озвучивать, решение проблем. Поэтому это опять один из механизмов управления в обществе через общественность и помощь, конечно, местной исполнительной власти. Поэтому здесь есть и депутаты маслихатов, есть и представители общественного совета, и, соответственно, представители департамента и других госорганов, которые будут на местах нам докладывать и вносить предложения по решению быстро и оперативно. Также градоначальник отметил, что такие встречи в будущем будут проводиться чаще. Это улучшит обратную связь с населением. Жасан Жалбаков, Душан Жасланов, телеканал Актобе.